Снегопады идут на центральную Россию. В Москве и соседних областях объявлен оранжевый предпоследний уровень опасности погоды. И в прямой эфире с гидрометцентра в эфире вечерних новостей выходит Людмила Паршина. Людмила, здравствуйте. Чего ждать от погоды в предстоящие выходные? Здравствуйте, Дмитрий. В центральных областях и на западе Поволжья стало чуть теплее. Там борьбу с морозами вступил южный циклон. И по мере его продвижения на северо-восток европейской части, центральные области накроет волна снегопадов. В субботу сильный снег ожидается в Московской, Рязанской, Брянской, Орловской областях. Морозы в южной половине центрального округа ослабеют до минус 2-6 градусов, в Воронежской области до плюс 2. Но на севере и западе будет еще минус 10-15. В воскресенье опять похолодает до минус 13-18. Пройдет небольшой снег. Какие еще области заметет? Основной удар южный циклон направит на Поволжье. Там сильный снег от правобережья до Удмуртии и Оренбургской области, а также порывистый ветер и метель. В среднем Поволжье налипание мокрого снега, на дорогах накат и гололедица. На севере Поволжья небольшое похолодание от 5 до минус 10 градусов. В среднем Поволжье в субботу потеплеет до 0 минус 5, в воскресенье подморозит до минус 8. А как же северо-запад? Снегопады минуют его? Снег там будет менее интенсивным, температурный режим ниже нормы. В субботу минус 16, минус 21, в воскресенье минус 11, минус 16, ночью до минус 30. В Калининградской области осадки, гололед, повышение температуры до минус 4, плюс 1. В Карелии оба дня минус 15, минус 20, слабый снег. На севере аномально холодную погоду поддержит антициклон. Так, в Мурманской области около 15 градусов мороза, преимущественно без осадков. В Архангельской и Вологодской областях мороз сильнее, минус 20, минус 25, а вот в Коми в субботу еще холодно, минус 25, минус 30, ночью почти минус 40, в воскресенье под влиянием южного циклона снег и градусов на 5-10 теплее. А юг страны попадет под влияние этого циклона? На юге России определяет атмосферный фронт погоду, но он придет с запада. Там дожди сменятся мокрым снегом. Он пройдет в горах Северного Кавказа, из-за чего там лавина опасна. В Крыму и на Черноморском побережье от Сочи до Туапсе осадки сильные. Кроме того, ветрено, на дорогах гололедица. Днем от минус 4 до плюс 1. В районе Сочи и Ялты до 9 градусов тепла. Ну и теперь давайте подробнее о погоде в двух столицах. В Петербурге погода морозная и без осадков. Ночью минус 21-24, днем минус 18-20. В Москве в субботу в связи с резким ухудшением погоды объявлен так называемый оранжевый уровень опасности. Ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду, интенсивный снег и метель. Атмосферное давление понизится. Температура днем 11-13 мороза. В воскресенье снег прекратится и минус 14-16 градусов. В начале рабочей недели ненадолго вернутся 20-градусные морозы, но снегопадов не ожидается. Спасибо. Свежий прогноз погоды на ближайшие дни мы узнали от Людмилы Паршиной.